Корпорация Microsoft выпустила в свет 23-ю версию Windows. Новейшая операционная система получила название Windows 7. Ее преимущество перед предыдущими собратьями – эффективность и быстродействие системы, быстрая загрузка приложений и скорость их работы. При этом есть пользователи, которые хотят, но не делают апгрейд операционки. Причина банальна – страх перед новым и боязнь не справиться с установкой самостоятельно. Чтобы поставить операционную систему, можно воспользоваться услугами специалистов. Или не тратиться и установить семерку самостоятельно. Для этого нужно приобрести лицензионную версию программы. В случае многоязычной версии выберите язык установки, далее нажмите «Установить». Программа скопирует временные файлы на жесткий диск, затем начнет установку. Выберите тип операционной системы в зависимости от разрядности процессора. Для 32-битного x86. Примите условия лицензионного соглашения и между типами установки обновления и полная установка выберите второе. Далее выберите раздел жесткого диска, в который будет установлена система. Чаще всего это диск C. Процесс начался. На экране выводятся этапы, которые будут пройдены, прежде чем Windows полностью установится на компьютер. Это распаковка файлов, установка компонентов, установка обновлений и завершение установки. Пока идет процесс установки, можно выпить чашечку кофе, ибо это занимает не менее 10 минут. Если компьютер начнет перезагружаться, не паникуйте. Это нормально, тем более в начале процесса вас об этом предупреждали. После перезагрузки установка продолжится. При первом запуске Windows производится первичная диагностика оборудования и автоматическая настройка его параметров. Введите имя учетной записи пользователя и имя компьютера. Сделав это, нажмите «Далее». По необходимости вы можете установить пароль, который будет запрашиваться при каждом запуске системы. Последний этап – активация копии Windows. Для этого следует ввести ключ продукта. Настройка времени и даты – последний этап на вашем пути. Все, Windows 7 готова к работе. Считается, что число 7 приносит удачу. Семерка от Windows обеспечивает поддержку последних приложений, удобство и скорость работы. И, что самое главное, установка системы, как видите, по силам любому пользователю.